Сегодня у нас очередной отказник, так сказать, дерево, от которого отказываются все работники. Сейчас покажу, почему. Дерево достаточно огромное, и вышка сюда, естественно, не подъезжает, и поэтому трудности. То есть вот эта ветка, она нависает над домом, здесь навес, с той стороны ветки над домом уже, у дома черепичная крыша. Ну, то есть это достаточно сложный уровень. Здесь у нас куча газовых труб, провода, и вот эта ветка далеко на дом уходит. Здесь нужно будет убрать вот эту ветку и там парочку. И вот за часик мы убрали уже вот эту часть над домом, свободную большую часть уже над боковым домом. Осталась еще макушка и с той стороны, и вон там немного веток. Все достаточно быстро и просто, когда знаешь, что делать. Вот и макушка почти убрана. Вон там все над крышей уже убрали. Крыша вся, как видите, целая. Спасибо, братан. Интересно, я один такой или все профи периодически думают, а попадется ли в моей жизни что-то такое, такой заказ, действительно сложный, с которым я не справлюсь. Ой, я с каждым заказом все меньше и меньше в это верю. Ну, блин, я не знаю, уже любое дерево просто как семечки, шпык-шпык-шпык. Все просто. Держи! Ехали. Стоп. У меня тут узелок. Пойдем. Так, теперь мы над другой крышей. И теперь мы идем туда. Вот это прям над крышей. А вот какие чудеса. Слишком закрепил. Ну, в общем, вот так спускаем. Ну вот я наконец-то на земле. Работа окончена. Покажу, что получилось. Вот так теперь выглядит деревце. Сделали все, что просили, то есть убрали здесь, убрали вот эту сторону, и там над домом тоже немножко убрали веток. Вот такой красавчик. Ничего суперсложного. Так что, если какие-то работники говорят вам, что дерево спилить невозможно, просто звоните нам, все сделаем.